Другим темам. В Порто-Черво продолжается заключительный этап 52 суперсириес по парусному спорту. Для команды яхт-клуба Санкт-Петербурга последние соревновательные дни проходят нелегко. Из-за погодных условий броненосец выходил на дистанцию только дважды из 4 гоночных дней. Конечно, это очень повлияло на настроение спортсменов. Сильный ветер, фальстарт и поломка яхты не позволили нашему экипажу удержаться в тройке лидеров. По итогам вчерашнего дня броненосец опустился на 7-ю строчку общего зачета.